Наш уважаемый докладчик, который уже выступал у нас, по-моему, уже дважды, Юрий Евгеньевич Березкин, доктор исторических наук, заведующий отделом Америки Музея антропологии и этнографии Российской академии наук. Прошу вас, Юрий Евгеньевич. Спасибо большое. Да, спасибо. Дорогие друзья, ну, я буду говорить не совсем про мифы, я буду говорить скорее про традиционное искусство. И вот в каком контексте. Дело в том, что истории про разные трансатлантические, транстихоокеанские плавания, они были популярны лет 50. Вот сказать, что это такая прямо актуальная тема сейчас, вряд ли можно. Во времена Тура Хейердала. Вот тогда все думали, кто куда плыл, что, кто куда принес. А потом это сошло на нет. Но сошло на нет не потому, что какие-то факты там были разоблачены, другие факты появились, а просто сама вот эта тема каких-то древних или не очень древних связей, она перестала быть актуальна. Антропология занялась другими делами, археология тоже занялась другими делами, гораздо более существенными и важными. Но, тем не менее, вот сам круг фактов, которые были в свое время привлечены к вопросу о том, плавал ли кто-то в Америку, не плавал в Америку, и почему там какие-то параллели между культурами Старого Света и Нового Света, сам этот круг фактов, он никуда не делся, и, строго говоря, он расширился. Ну вот об этом я сейчас немножко поговорю. А суть дела вот какова. В свое время, теперь уже, наверное, скоро лет 200 назад, ну или немножко поменьше, появилась такая теория, которая называется эволюционизм. Что значит эволюционизм? Это классический эволюционизм XIX века, когда считали, что в мире существуют законы. Не только физики или химии, но они существуют также в истории. То есть раньше там было, условно говоря, первобытное общество, потом или там дикость, дальше она сменилась варварством, потом сменилась цивилизацией. Вот в таком чистом виде этот эволюционизм особенно долго не просуществовал, где-то к концу XIX века, в общем-то, достаточно продвинутые антропологи от него уже отказались. Но как объяснить многообразие культур и как объяснить, почему одни культуры друг на друга похожи, а другие совершенно не похожи, вот этот вопрос остался. На этот вопрос попытались дать объяснение люди, которые в истории науки остались как миграционисты. В основном это немецкие исследователи, ну, отчасти английские, но прежде всего, конечно, немецкие. И они дали такой, на первый взгляд, внятный ответ. Согласно эволюционистской концепции, почему меланезийцы, вот меланезийцы, англичане, англичане? Ну, англичане почему-то развивались быстрее, хотя непонятно почему. Но когда-то, наверное, культура в Англии была такая же, какой она в XIX веке была в Меланезии. Ну, в общем-то, сама идея довольно сомнительна, но представить себе меланезийцев, представить, что они жили в Англии, как-то так сложно. Но другого варианта ответа не было. И вот миграционисты дали другой вариант ответа, что
человеческая культура – это наборы разных, отчасти бессистемно, отчасти системно связанных особенностей. Такие комплексы особенностей они называли культурными кругами. На самом деле слово «круг» – это просто для того, чтобы народ пугать. На самом деле имелись в виду просто культуры. Но культуры выделены не на материалах археологии, которые еще тогда не было, а на материалах этнографии. И вот поскольку эти культуры или культурные круги, они взаимодействуют, люди мигрируют, обмениваются культурными достижениями, в результате появляется все многообразие культур, которые есть на Земле. И вот эти самые миграционисты, ну, не первого поколения, а скорее следующего, особенно немцы, так примерно от 1905 до 1940 года, они вообще много чего накопали. Они накопали много разных фактов, которые действительно требовали объяснения. Почему существуют далекие и недалекие разные культурные параллели. Однако, чего эти миграционисты не могли объяснить, они слишком дробные и бессистемные делали историю человечества. Не говоря о том, что, не опираясь на данные археологии, реконструировать прошлое вообще невозможно, совершенно бессмысленное занятие. Но, кроме того, даже если бы они могли дать какое-то более убедительное объяснение своим гипотезам, все равно эта картина была слишком мозаичной. И вот когда после Второй мировой войны великая немецкая наука была уничтожена, я говорю это практически без юмора, она была, конечно, кривой, во многих отношениях сильно кривой, но в то же время она была великой. По крайней мере, она была другой, чем англосаксонская наука. И вот когда эта великая немецкая наука исчезла, соответственно, антропологи больше вот этими самыми древними связями не занимались. Конкретно речь сейчас пойдет о не вообще каких-то разных древних связях, а о том, почему в культурах аборигенов Америки есть много общего с культурами Азии. А многое отличное и того, что в Азии общераспространено, в Америке нет. Почему вообще нам так важно знать, что, откуда появилось в новом свете? В конце концов, какая разница? Это было давно. Слава богу, что там возникло земледелие, скотоводство. У нас, благодаря американским индейцам, есть картошка, кукуруза и томаты. И еще, наверное, что-то из продовольственных культур. Но с точки зрения большой науки, ну, это как-то проблема существенная, конечно, но, может быть, не самое важное. Однако, на мой взгляд, ну, наверное, не только на мой, эта проблема не просто существенная. Это в мировой истории проблема номер один. Дело в том, что я начал с эволюционистов XIX века, и эволюционисты предполагали, что человечество развивается, ну, или прямо там по ступенькам восходит, или, может быть, там не обязательно выделять конкретные дискретные ступени, но, тем не менее, оно развивается согласно закону. Дальше, пусть у нас нет законов, а законов в истории все-таки нет, это совершенно точно, так же, как их нет в геологии, есть тенденции, но нет законов. Но, тем не менее, тенденции это есть. И вот для того, чтобы определить, что в нашей культуре, вот мы здесь сидим, если бы американские индейцы, они бы развивались самостоятельно, они тоже бы сидели в итоге в каком-то зале типа нашего? Или они никогда бы, ни при каких условиях, ни в каких залах бы не сидели? Так вот, для того, чтобы определить, что в развитии культуры закономерно, или вернее, возникает в результате каких-то мощных тенденций, которым можно дать свое объяснение, а что совершенно случайно и неповторимо, вот для того, чтобы эти вещи исследовать, для этого нам необходимо обратиться к материалам Америки. Потому что другого способа определить, что в нашей культуре закономерно, а что случайно, не существует. У нас нет другой планеты Земля. И в этом смысле данные по американским индейцам, они отчасти заменяют тот недостающий эксперимент, который мы бы могли бы, хотели бы, но не можем провести. Так вот, относительно того, как что попадало в Америку, существует три возможных сценария. Один сценарий – это некоторый просто перенос через Тихий океан.
Ну, сразу же скажу, что уже лет 50 всерьез, конечно, к этому никто не относится. Иногда публикуются некоторые данные о том, что полинезийцы плавали в Америку. Они, скорее всего, плавали. Причем плавали они, скорее всего, как в Чили, так и в Калифорнию. Но эти плавания ни на культуре американских индейцев, ни даже на культуре полинезийцев практически не отразились. Но и на индейцев они вообще не повлияли, кроме того, что индейцы чимаш, кажется, научились строить, делать дощатые лодки от полинезийцев и заимствовали слово гавайское. А полинезийцы взяли американский батат, который благополучно распространился по океане. Это, конечно, существенно, но от этого культура Полинезии не перестала быть полинезийской, а вовсе не индейской. А вот два других сценария. Это либо древнее наследие, то есть перенос в то время, когда Америка еще только заселилась, либо это независимое возникновение. Вот это сценарий вполне реальный. Вот какой из них выбрать? Как я сказал, лет 50 или 70 поиск параллели между культурами Азии и Америки – это была очень популярная тема. Я просто на удачу покажу некоторые вещи, которые тогда публиковались как образцы подобных параллелей. Ну вот слева – это известное шанское изображение такого некоторого монстра, который с человеческой фигуркой. Причем он, похоже, ее не ест, он ее как-то так обнимает. А справа это из Амазонии, наверху это статуя из Никарагуа. Вот эти изображения из Амазонии и из Китая, они действительно, они очень похожи, очень. Из Амазонии их три штуки вроде бы известно, но этого достаточно. Другой вариант – триподы. Ну, триподы много где есть, но, с другой стороны, не очень. Триподы – это типичная китайская форма керамическая, которая с глубокого неолита там известная, а с периода Луншань так она просто очень широко известна. А в Мезоамерике она появляется внезапно, около рубежа нашей эры, в культуре Теотиуакана, и, соответственно, тут же была заимствована классическими майя. Ну, это немножко из другой оперы, это вообще Урало-Сибирское культовое литье, как вы, может быть, знаете, в середине вот это изображение, таких подвесок много, но слева это из Тувы, а все остальное – это Америка. И вот это изображение некоторого существа с птичьей мордой на груди, оно распространено, оно не то, чтобы очень популярно, но ни одного в Европе, если не считать вот этого Урало-Сибирского культового литья, вы не найдете. В Африке вы тоже не найдете. Изображение то ли Млечного Пути, то ли Радуги, ну, в общем, какой-то космической, что ли, сцены, окаймленной змеей с головами на обоих концах. Это очень популярная тема на севере Перу, в перуанском искусстве, начиная где-то с 3-4 века нашей эры. И она вполне известна в ханьском искусстве. Ну, это из Шаньдуна справа известна ханьская гробница, где тоже изображено подобное существо. Но это не единственное. У меня просто не было приличного качества других параллелей. И больше этого вроде бы нигде нет. Ну, это совсем замечательные вещи. Вот слева это так называемый костариканский нефрит. Это не совсем нефрит, но это жадеит скорее. А справа это ханьская фигура. Причем ханьская фигура, ну на сколько? Ну на 200 лет она, наверное, старше, чем вот эти. И когда я просто для интереса послал ханьскую фигуру моим знакомым американистам, они даже немножко всполошились. Как-то не то, что они уже решили, что прямо ханьцы плавали, но как-то так, ну похоже. На самом деле не очень похоже. Но при желании, ну почему нет? Я бы мог продолжить подобный список, но в нем нет большой необходимости, потому что эти параллели несистемны, они существуют. Но они, или по крайней мере большая часть из них, они мало о чем-то говорят. Даже если бы предположить, что из Китая какой-то корабль попал бы в Коста-Рику, ну, крайне маловероятно, чтобы костариканцы что-то заимствовали. Ну, предположим, бы они заимствовали. Ну, что? Это ровно ни на что бы не повлияло. Ни на Китай, ни на Коста-Рику.
Поэтому гораздо интереснее, естественно, обратиться к тому возможному древнему наследию, которое принесли предки индейцев из Азии. Что предки индейцев, ну, понятно, они умели раскалывать камень и даже, по-видимому, обрабатывать кость. Это все хорошо. Но очень похоже, что они умели еще многое еще другое. Что у них было очень развитое искусство. Причем искусство определенного типа. Искусство, связанное в тех районах, где подобного рода традиции вообще сохранились, связано с мужскими ритуалами и с характерными для индотихоокеанского мира институциализированным разделением полов. В Европе такого отродясь никто никогда не слышал, и вряд ли это когда-либо было, так же, как и в Сибири. Это именно циркум-тихоокеанская черта, которая сохранилась либо в Меланезии, Австралии, либо в Южной Америке и немножко, судя по русским источникам, на острове Кодиак и Алеутских островах. Так вот, если говорить о том, когда была заселена Америка и кто туда пришел. Туда приходили разные люди, возможно, на протяжении довольно длительного времени, но последняя миграция – это так называемые палеоэскимосы, хотя совершенно не факт, что они говорили на протоэскимосском языке. Где-то 4-е тысячелетие до нашей эры, переселение на Аляску, скорее всего. Но если говорить о древнейшем заселении Нового Света, то у нас нету в Азии памятников, относительно которых можно было бы сказать, что это предковые памятники для тех, которые найдены в Америке. И можно даже предположить, почему. Для более поздних периодов, для заселения именно Северной Америки, там есть кое-что. А вот для самого ранней эпохи ничего нет. Почему нету? Дело в том, что, как вы, наверное, знаете, в эпоху ледникового максимума, то есть там где-нибудь 22 тысячи лет назад, уровень моря был на 130 метров ниже современного. К концу плейстоцена, там 10-12 тысяч лет, он уже был не 130 метров, но где-то 50 метров он был ниже. А так как люди в основном жили всегда вдоль берега моря, это естественно, то у нас практически нет шансов обнаружить их следы ни в Азии, ни в Америке. То есть если такие следы находятся, это вообще редчайшие случаи в силу особенностей геологических условий, но конкретно они все-таки не найдены. В Америке сейчас найдены следы пребывания человека возрастом примерно там 15 тысяч лет, может быть, немножко больше, но не более того. Где, скорее всего, могли жить эти люди? Вот это карта восточного побережья Китая на время ледникового максимума. И смею вас заверить, что вот та территория, которая сейчас находится ниже уровня океана, где находилось общее русло Янцзы и Хуанхэ, скорее всего, это было единственное приличное для жизни человека территория достаточно большая. Вот в то время, 20 тысяч лет назад, это были листопадные леса, к ним подходили влажные субтропические. В общем, биопродуктивность там должна была быть очень высокой. И раз там была достаточно высокая биопродуктивность, то там должна была быть относительно высокая плотность населения. А если там была относительно высокая плотность населения, там вполне могли появиться те формы искусства, которые обслуживали соответствующие формы ритуалов. То есть я бы хотел подчеркнуть, мы говорим не просто о каких-то художественных параллелях, не о триподах или не триподах, а речь идет о специфическом виде, типе искусства, которое характерно для весьма специфических ритуалов. Ну, поскольку времени не так много, я кратко сделаю краткий обзор, что здесь вообще есть. Ну, начнем с Новой Гвинеи, это папуасы низовьев реки Сепик. Больше такого искусства, это вот маска наверху под крышей этого здания, больше такого искусства на Новой Гвинее. Это только конкретно низовья реки Сепик. Там несколько народов есть, говорящих на совершенно разных языках. И вот это изображение вот этой маски, глазастой маски, иногда без нижней челюсти, оно местами оно сохранилось, если говорить о северо-западном побережье Северной Америки или об Индонезии до сих пор, или о Папуасии.
В Китае это древние культуры, причем все древние культуры с самого того момента, когда до нас вообще доходят памятники фигуративно-изобразительного искусства. То есть это обычно вот эта маска, личина, еще раз повторяю, как правило, без нижней челюсти. Еще раз скажу, что я не могу, к сожалению, вам подробно рассказать про все эти замечательные памятники, они каждый достоин отдельной лекции. Но я думаю, что вы можете представить, о чем идет речь. В Сычуане существовала во втором тысячелетии до нашей эры такая цивилизация Сан-Синдой, параллельно с Аньянским центром, с, собственно, Шан-Инским в бассейне Хуанхэ. И там найдена знаменитая 2,5-метровая статуя. И вот статуя этого персонажа, кто уж он, трудно сказать, она стоит на вот подобной личине, поскольку личина помещена вниз, то очень вероятно, что это какой-то хтонический образ. Ну, еще раз повторяю, для Китая, для древнего Китая с древнейших времен и до ханьского времени, в ханьское время все меняется, там меняется система ритуалов, и вообще другая цивилизация наступает на самом деле. Вот, подобная морда, она характерна повсюду. Она известна также в Индии. В Индии она, с одной стороны, это Киртимукха, это вот изображение этого монстра над проходами, а над проходами у папуасов, у народов Индонезии абсолютно то же самое. Причем в Индонезии она, по-видимому, не только заимствована от буддизма, она там вполне самостоятельна. И вот эта кала, персонификация времени. Я обращаю ваше внимание, потому что в Америке эти образы, они тоже, как в Мезоамерике, так и в Перу, они, по-видимому, связаны с календарем. Это не значит, что там в палеолите должен был какой-то быть точный календарь. Скорее, общее, так сказать, представление о беге или череде циркуляции времени. Но еще раз повторю, что подобные памятники расположены по всей Циркумтихоокеанской дуге. Это вот и Пиутак, известный могильник на берегу Чукотского моря, более поздние памятники, очень много такого рода изображений на северо-западе Северной Америки. Ну и, разумеется, их очень много в Мезоамерике, где разные космологические сцены, они помещались внутрь раскрытой пасти. То есть представление о мире или о Земле как некоторое представление о некотором космическом монстре или двух разных монстров. Практически все искусство майя, оно основано на этих образах. И практически все искусство древнего Перу, с самого момента, от которого до нас дошли древнейшие памятники, и до конца первого тысячелетия нашей эры, оно все тоже разным образом варьирует вот это представление о подобной личине. Ну вот это полотнище, это около 2000 лет ему, это прото-наска, ну совсем прото-прото, начало насканской традиции, это почти наверняка календарь. То есть вот эти личины в середине, они соответствуют каким-то более крупным единицам времени, а фигурки по краю их столько же, сколько дней в году. Ну и так далее. Я просто привожу здесь примеры далеких параллелей. Я, кажется, успел быстро-быстро уложиться в то время, которое мне нужно. Подведу еще раз итог. О чем идет речь? Речь не идет о просто поиске выдранных из контекста каких-то случайных аналогий. Такие аналогии можно найти между чем угодно и чем угодно. Речь идет о систематическом сходстве огромного количества памятников, которые расположены не вообще где-либо. Они расположены либо, соответственно, это Юго-Восточная Азия, Меланезия, Восточная Азия, дальше Арктика, дальше северо-западное побережье Северной Америки, то есть те территории, по которым древнейшие люди, попавшие в Новый Свет, туда должны были попасть. В Северной Америке таких памятников практически нету, потому что североамериканская культура, она в основном формировалась уже под влиянием более поздних пришельцев из Сибири. А вот в Южной Америке, в Центральной Америке, этот образ вот этой оскаленной пасти, он там крайне широко распространен. Ну вот, кажется, я успел уложиться.
Спасибо. Уже вижу руку. Так, девушки, Катя. Вот мужчина в первом ряду тянет руку. Прошу вас. Андрей Свиридов, Казахстан, город Актау. Юрий Евгеньевич, вот в мифологии разных народов существует один и тот же изобразительный мотив. Раздраженная физиономия бога или демона с высунутым языком. Этот мотив мы встречаем у этрусков, в Древней Индии, в Египте, на полуострове Борнео, у ацтеков, у новозеландских маори. Сейчас же мы высовываем язык, ну, например, когда хотим кого-то подразнить. Возникает вопрос, мог ли столь специализированный, на мой взгляд, мотив возникнуть независимо по всему земному шару, и какая мифологическая подоплека может быть у этого мотива? Спасибо. Спасибо. Ну, конечно, про язык уж обязательно надо сказать. Это уж такая очень известная тема. Но, с одной стороны, это вопрос не ко мне, конечно, а к психологам. Вот высунутый язык – это действительно универсалия. Это, раз это универсалия, значит, это вообще не культура, это психология. Об этом я говорить, естественно, не буду. А вот частота встречаемости подобного образа, вот она немножко отлична. Вы могли заметить, что я про высунутый язык не говорил. Именно потому, что все-таки достаточно велика вероятность, что вот такой образ действительно может быть где угодно. Однако, если вы назвали этрусков, что значит этрусков? Этрусков – это горгона. А горгона появляется в VII веке. Естественно, ну, она появляется практически одновременно у греков и у этрусков. И горгона заимствована с морды хумбабы ближневосточной, это давно известно, она еще в XIX веке была. А морда хумбабы появляется в XVIII веке, ни раньше, ни позже. Как она там, морда хумбабы, да, она, в общем-то, тянет вот к этому цирку тихоокеанскому миру. Но тут есть одна интересная и конкретная гипотеза. Я боюсь, что если я подробно об этом буду говорить, ну, буквально в двух словах, чтобы меня не потом не ловили на том, что я, так сказать, бросаюсь какими-то гипотезами, которые не могу доказать. Дело в том, что в Южной Сибири есть культура бронзового века, окуневская культура. И окуневское искусство, я сейчас не говорю ни про керамику, ни про что, а только про искусство. Оно в целом, оно, конечно, вот такого тихоокеанского типа. Оно не восходит, упаси Господь, ни к одному конкретному стилю. Но тип искусства окунева, безусловно, похож на тот, который есть на Амуре, который есть там дальше в Америке, в Китае и все прочее. И поскольку окуневцы, вполне вероятно, они по горам туда проходили в Гиндукуш, ну, как вариант, что вот эта морда с круглыми глазами, со змеями в две стороны, что она могла проникнуть в Иран в итоге через окуневское посредство, а дальше она уже оттуда попала в виде бога-беса в Египет, которого тоже нет раньше 18 века. Бог есть, а иконографии нет этой. И, соответственно, горгона. Но это именно такой отросток вот этого самого восточного круга. Но я еще раз хотел бы подчеркнуть. Я не хотел бы строить на основании вот отдельных этих самых параллелей какие-то такие труднодоказуемые истории про то, как люди с Амура пришли на Енисей, с Енисея на Гиндукуш, с Гиндукуша в гигантские горы. И это возможно, но это не принципиально. Принципиально другое, что если брать, ну, прежде всего, статистически, и уж тем более не статистически, искусство циркум-тихоокеанского мира обладает намного большим сходством, разные его районы, чем циркум-тихоокеанское искусство с искусством Африки и вообще западной половины мира. Вот это вне всяких сомнений. И вопрос, могло ли быть столь развитое искусство там, 20 тысяч лет назад. Но почему не могло? В конце концов, европейское искусство палеолита существовало и 35 тысяч лет, но оно абсолютно другое. Вот если брать искусство, основанное на образе вот такой личины, и брать искусство европейского палеолита, ну,
между ними нет практически вообще ничего общего. Они основаны на совершенно разных принципах. Вот, Катя, мужчина тянет руку. Прошу. Здравствуйте, меня зовут Константин. Спасибо за лекцию. И у меня такой вопрос о склейке понятий мира и времени как в мифах о сотворении. То есть сотворение мира это представляется не сотворением Вселенной, а сотворением времени, когда в океане появляется некий столб, как установление изначальной точки, или убийство дракона, змеи, как возможного символа времени. Вот. И такой второй вопрос мелкий. Совпадение богини Аматерасу в Японии лучницы и лучника Аполлона, бога солнца в Греции, это закономерность или случайность? Спасибо. Вы знаете, я вот на такие вопросы всегда говорю, что я не занимаюсь мифологией. Как это ни странно. У меня в базе данных, у меня там, наверное, уже больше 50 тысяч текстов. Из них, я думаю, примерно 20% это не сказочные именно мифологические тексты, но мифологией я не занимаюсь. То есть я не занимаюсь интерпретацией текстов, что такое там убийство дракона, это время, не время. Если есть конкретный сюжет, давайте будем его картографировать, сравнивать его корреляцию с другими сюжетами, тогда посмотрим, когда он мог возникнуть. Это, в общем-то, работает. Я могу вам сказать о каждом конкретном сюжете. Ну, скажем, у меня даже есть статья, она, правда, опубликована в армянском журнале по поводу вероятного времени появления, ну, вот так, условно, драконоборчества. Потому что как говорить о драконах в Америке там все-таки сложновато, скорее, змея какая-то. Ну, наверное, к концу заселения Америки чего-нибудь такое, наверное, в Старом Свете было. Но это над временем победы или еще над чем, это я понятия не имею, даже таких вопросов стараюсь не задавать. А вот если следуем материальной культуре, например, есть племена в Австралии, как, насколько я помню, которые таскают за собой столб. И когда племя приходит на новое место, оно устанавливает этот столб. То есть ли какие-то подобные вещи? И тут скорее не победа над временем, сколько установка календаря. То есть... Нет. Вот я, понимаете, я этим категорически не занимаюсь. Во-первых, нельзя объять необъятное. Я вообще не занимаюсь ритуалами. Я занимаюсь именно текстами. Это первое. Во-вторых, если вы хотите выяснить по поводу конкретного столба, тогда будьте любезны прошерстить всю мировую литературу и посмотреть, где столб ставят, где не ставят. Если окажется, что его ставят всюду, или у нас будет такая мозаичная, бессмысленная картина, то, наверное, это действительно ну, какой-то вроде как высунутый язык, которые то ли психология наша такая, то ли нет. То есть заниматься имеет смысл распространением тех черт культуры, которые имеют ярко выраженный региональный характер. То есть вот полмира есть, а полмира нет. Вот Северной Америки нету, а в Южной есть. Вот тогда разумно спросить, а почему? Вот чем это связано? Если есть всюду, или есть там 10 точек на весь мир, то мы вряд ли можем дать какое-то разумное объяснение таким вещам. Меня зовут Максим, спасибо за лекцию, очень интересно было. Собственно, в самом начале вы отметили, что имело место некоторое параллельное развитие цивилизации, вот американской и, ну, соответственно, западной. Вот я, честно говоря, не специалист, но, собственно, было параллельное развитие. И вот эта тема становится зачастую каким-то предметом странных фантазий людей на предмет невероятного уровня развития индейцев. Вот у них там был суперкалендарь, с помощью которого они предсказали там, конец света и многое другое, экономические кризисы. Хотелось бы как-то вот некоторый ликбез на предмет... Точно предсказали. На предмет, на каком уровне индейцы отличались от западной цивилизации? Ну, то есть вы говорили, что у них были какие-то свои достижения. Спасибо, я понял ваш, да, я понял ваш вопрос. Спасибо за вопрос. Дело в том, что когда Джулиан Стюарт в 46-м году опубликовал свою в American Anthropology статью, где показал, что ход развития цивилизации Передней Азии и Центральных Ан в целом похож,
он, в принципе, он был прав. Что значит в целом похож? Развитие от простого к сложному. Ирригационное земледелие, металлургия. Да, это, безусловно, так и есть. Но с тех пор, то есть с 1946 года современности, вот весь прогресс науки, изучение цивилизации, но в Передней Азии сейчас из-за всяких исламистов, к сожалению, все это застопорило в значительной мере, а в Перу там все продолжается. Так вот, чем дальше мы выясняем, тем больше мы видим несходство, различия. Даже некоторые базовые вещи, ну, скажем, неолит. Ну, казалось бы, неолит – это стадия, она должна быть всюду. Неолит есть в Евразии, но неолита нет в Америке. Что значит нет неолита? Там что, люди земледелием не занимались? Занимались. Но это все по-другому. И слово, термин неолит, который пригоден для Европы или Китая, никому в голову давно уже не приходит применить его к Америке. Потому что развитие от простого к сложному, да, но развитие по-другому. Так что я думаю, что вот когда начал говорить... Ацтеки когда-нибудь сидели бы в таком зале, как мы, я совершенно уверен, никогда. Они бы никогда не сидели. Что бы было, мы не можем представить. Но чем дальше они развивались, тем больше углублялись эти различия. Или уж, по крайней мере, они не сокращались. Насчет удивительных достижений. Нет, конечно, но какие там достижения? Американские культуры, они технологически не очень примитивные. И не потому, естественно, что американцы не могли изобрести колесо. Да подумаешь, бином Ньютона. Изобретали они это колесо сколько раз и в Мезоамерике, в Перу. А им девать его некуда было. Там условия другие. Его некуда было использовать. Поэтому так крокодильчики на колесиках и остались. Никому особенно не нужные. Американская культура развивалась вообще по другому принципу, если говорить о производительных силах. Не путем совершенствования технологии, а путем селекции. То есть урожайность земледелия была, конечно, фантастическая, но земледельческие орудия были примитивными до невероятия. Их почти, собственно говоря, не было. Палка-копалка и все. В Перу не было мотыги, в Перу не было ножа. Вот, казалось бы, элементарная вещь. Нож есть всюду. Но в Перу не было ножа. В Перу был нож-топор типа алеутского женского ножа для чистки рыбы. Но он тоже, конечно, нож, то есть он выполнял свою функцию. Но вот того элементарного ножа, который рукоятка лезвия, не было. Ну, это просто один из мелких примеров. Так что вот история про календарь, ну, сложность не является достоинством. Календарь майя, во-первых, он очень недолго использовался. Он использовался где-то на протяжении 3 веков, вот такой длинный счет. Кроме того, им пользовались, естественно, жрецы. Это очень элитарная, замкнутая культура, которая, собственно говоря, народу-то не сильно была нужна и не сильно известна. Народ знал только то, что внизу, то, что касается конкретно время посадки или жатвы. То же самое, если брать, например, ювелирное искусство древнего Перу. Оно потрясающе. Ну, вы сами представляете все эти тонны золота и все эти великолепные вещи. Но как они сделаны? Вот ювелиры, которые в свое время, лет 30 назад, это все обсуждалось, говорили, что это надо же умудриться так сложно сделать. Это же можно гораздо проще. А вот проще не догадались. Сделали очень сложно. Вот поэтому совершенно не надо думать, что американские индейцы там что-то такое необыкновенное создали. Так же, как не надо думать, что общество американских индейцев, они были там какие-то, я не знаю, в каком-то отношении лучше нашего. Да не были они лучше нашего. Общество Мезоамерики или цивилизации побережья Перу до инкских, они были чудовищные. Это была совершенно запредельная жестокость. Другое дело, что ради плодородия, понятно. Инки пришли, инки навели порядок. Там дальше гуманизм стал, в общем, уже как-то совсем по-другому. Ну, так или иначе, есть конкретные культуры, есть их конкретные особенности. В общем и целом, естественно, новый свет отстал от старого навсегда. Это совершенно ясно. Юрий Евгеньевич, теперь... Вам нужно выбрать лучший вопрос. Я напомню, какие вопросы были. Про Бога с высунутым языком, про сотворение мира и время,
про отличие индейцев от западной цивилизации. Можно я за высунутый язык проголосую? Конечно, можно. Да, ну, конечно, можно. И у нас, значит, такая инновация. Вы вправе выбрать духовный или материальный приз. То есть от печенья вы отказываетесь. Хорошо. Спасибо, Юрий Евгеньевич. А вам и духовный, и материальный. Спасибо большое. Спасибо большое за доклад, за великолепный рассказ.